Более 250 сотрудников намерен сократить автозавод Nissan в марте. Это почти 10% от общего числа занятых на предприятии. О грядущих увольнениях корпорация уведомила Петербургскую службу занятости. Ранее сообщалось, что с весны Nissan переведет свое производство в северной столице с двух смен на одну. Именно это и приведет к сокращению. Кроме того, на заводе прекращается сборка седана Nissan Tiana из-за низких продаж автомобилей этого класса. Но зато компания перенесет из британского Сандерленда на петербургский завод производства кроссовера Nissan Qashqai. Отмечу, что в прошлом году концерн Nissan показал довольно слабый результат. За 11 месяцев спад продаж составил 40%, при том, что в среднем продажи новых машин упали на 34%.